Развод звездной пары Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова обсуждается везде. И пока сами супруги не говорят о причине размолвки, а вот досужие журналисты и пользователи социальных сетей придумали уже кучу версий по этому поводу. Причем каждая из них невероятнее другой. Но самой популярной является та, что гласит о наличии любовницы у Димы, которой назначили Анастасию Костенко. Якобы очевидцы именно с ней видели футболиста в различных ресторанах и клубах, где они отдыхают достаточно часто. Настя также не дает комментариев по поводу своей частной жизни. И никто не знает, что же на самом деле живет ее сердце. Вполне возможно, что ее на самом деле связывают нежные отношения с Тарасовым. А недавно эти домыслы подкрепились новыми фактами, которые могут пролить свет на то, что на самом деле произошло у Ольги и Димы и почему именно они решили расстаться. Костенко опубликовала в своем профиле весьма интересное фото с шоколадом Kinder. Кроме того, на ней был надет свитшот с надписью «Мама и папа», что натолкнуло пользователя на мысли о беременности девушки. Прокомментировала она снимок так. «Задумываясь над кое-чем, дорогие мои родители, хочу вам выразить благодарность, которую я пронесу не только в душе. Напомню, Тарасов и Бузова состоят в официальном браке почти 5 лет. Однако за это время им так и не удалось обзавестись детьми, что породило множество разговоров о бесплодии Ольги. Теперь же, когда есть подозрение, что любовница футболиста беременна, совершенно понятно его желание уйти от законной жены и создать семью с той женщиной, которая способна порадовать его наследниками. Возможно, именно по этой причине несколько недель назад популярная ведущая попала в больницу. Долго переживала и плакала, ведь муж рассказал ей всю правду и попросил развода. Мнениями и слухами делитесь в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!